И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Фокси, Сундук, Васаби, Бульбазавр. Сегодня мы играем Гаррис Мод, карта у нас на всем. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Давно у нас не было рубрики «Аниматроники пугают охранника». А сегодня мы сделаем немножко по-другому. Аниматроники испугались охранника. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Закрываем калитку. Это опасный ящик. Да, так, пацаны, вентиляцию закрываем обязательно. Все. Здесь закрыли, здесь. Так, ну что, ждем его. А она ведет не. Все нормально. Так, давайте, знаете, что возьмем? Мы возьмем еще оружку. Half-Life и поставим там мины, чтобы мы слышали, когда он к нам идет. Пацаны, вы прикрываете меня. Фокси, давай, погнали. Чпоник. Чпоник. Ой, прикольно, наш шкафчик прилепил. И чпоник. Так, теперь следующую сторону. Заходи, заходи, закрываем. Отлично. Так, пацаны, давайте бомбы выдам. О, он идет с этой стороны. Ах, какой ты псих. Так, спалился. Сильно палим. Надо было как-то на картофанах тебе там идти, чтобы тебя не заметили. Он там? Да, он там. Я стреляла. Давай, давай, минируй. Я буду чекать. О, он идет. Быстрее сюда. Заходи, заходи. Блин, мы не успели. Ой, я его тень спалил. Да блин. Вышел раз. Так, Димас, так, так. Я выжил. Я верю тебе, тоже выжил. Я убежал и заныкался в другой комнате. А в смысле ты меня вентиляцию убил? Да, он такой. Пробежал мимо, отлично. Пацаны, пустите, пустите, пожалуйста. Заходи, заходи. Там очень стрёмно, закрывай. Я так, пацаны, не короче. Не я пойду, буду вентиляцией заминировать. Ого, кто-то там мочит нормально. Это я его мочил. Мочи, не подпускай его. Так, одну ложим здесь. Отлично. Одну ложим закрыл. Здесь. Ну, заходи вон тут. Я вентиляции, пацаны, все четко. Так, все, я заложил три стороны. Теперь он через любую пройдет, но сработает по любасу. Так, пацаны, я давайте теперь перекупал. Здесь залажу. Там тупик. Я подальше залажу. Да это же аниматроник, он же может везде. Это челик такой. Все надписи оставил Golden Frame. Так, давайте здесь положим одну. Или поставим. Опа. Через вентиляцию пацаны идут. Сработали, короче, три мины, которые стояли. Центральная вентиляция, ждите его. Уверен, то, что он вентиляция? Мне да. Кажется, он... Вот он. А, это наш. Ну ты умный человек. Это я. Молодец. Фокси. Так, ребята, надеюсь, вам понравится. Вы подпишитесь на канал, поставите лайкосик. Ролики выходят каждый день. Знаешь, что у меня есть за оружие? Не, лучше. Пригвоздитель. А, это... Так, аниматроники испугались охранника. Помните такое, да? А где он? Я его не вижу. Только меня не пригвоздите. А кто меня пригвоздит? Так я ж не знал, что это вот сами... Я его пригвоздил. Ах ты ж лоб, я тоже попал. Так, все к нему идем, пацаны. Так, я бегу со всей силы, беру пригвождатель еще разок. И стараюсь его пришить к стене. Он убежал, вот он. Убегай, убегай. Ого, мы его мочим. Вот он. Пацаны, поймал, поймал. Нет, не поймал. А ты что так летаешь? Ты так можешь, что ли? А, ты сквозь землю можешь проваливаться, я вспомнил. Хорошо. Это даже и лучше. Жги его, жги. Так. Так, что мы возьмем из оружки? У меня есть оружка, еще огнемет. Я тебя сожгу. Не, не берет тебя такое? Ай-яй-яй. Пацаны, идемте в наш будку.
комнату раздумий. Димас, самый умный. Так, 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 мы сидим на нычку, да. Но он какой-то очень агрессивный. Пацаны, заходите. Димас, заходи. Ну нафиг. Димас, прости. Я валю. Я живой останусь. Чё случай? Ай-яй-яй. Сундук, ты чё вообще обнагдел? Смотри, что я сейчас тебе сделаю за это. Так, пацаны, есть у меня одно оружие очень крутое. Все, не открывайте двери, стоим. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. Так, я буду его палить. Никого? Что это за поза такая была? Пузяка ты летел. Я тоже так хочу. Нормально. Сундук, ты чё это, задрот что ли так играешь хорошо? Иди с нашего спавна. Все, я его жду. Это засада. Так, ждем, ждем. Давай, сундук, выходи на охоту. Выходи, выходи. Я его поймал, наконец-то. Пацаны, он возле левой двери. Просто начинаем гасить бесконечно его. Так, я бегу со всей силы, пока гвозди не пропали. Так, оружка. Чпонькс. Пацаны, застрял в ком-то. А, во мне гвозди, что ли? А чё ты перереспавнишься, сундук? Секунд, что ли, да? Я убежал. Я убежал. Пацаны, я его поймал, он в капкане, он никуда не убежит. Я возьму кислотное оружие. Мочи, мочи, мочи его. Короче, мочим его со всей силы. А я пока вместе возьму все-таки это оружие. Ай-яй-яй, вы, короче, психи, как и я, молодцы. Так, бежим к нему. Че, не убил, что ли? Я случайно. Он меняет аниматроников, он... Ах ты ж лоб, не подпускает меня, я так хочу его замочить. Еще разок. Фоксовый. Где оно? Ай-яй-яй, что ж у меня подлетаете под мою монтировку здоровенно. Это она гасит. Где оно? Где оно? Он у меня. Поймал, пацаны, поймал. Ай-яй-яй. Но он в ловушке. Так, все-таки мы попробуем его замочить. Ты смотри. Хочу так монтировкой его сильно замочить. Слышь, ты на крысе тут тыкаешься, да? Все, охота открыта, по-серьезному. Все мимо, да? А чё, а меня... Эй! Блин, как лазо перезарядка. Ай. Есть, я сундука убил админским пистолетом. Это честно, не? А, вот так, значит, да? Хорошо, мы тебя сейчас будем опять перегвождать, раз ты не понимаешь. Я здесь нет. Ну ты жлоб, я беру бомбу. Ты реально уже все, ты нарвался. Блин, они не активировались. Там, пацаны, бомбы, надо их активировать. Активировались. Я активировал. Отлично. Сундук умер, я вижу. Но я вижу, неплохо жахнули эти бомбы. И я, ну что ж, если вам понравилась эта серия, выходите еще. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите его ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.
Осторожно.